Меня зовут Маэль Гаве. Я генеральный директор группы «Озон», крупнейшего интернет-ритейлера в России. За последний год «Озон» получил полмиллиарда долларов прибыли. Компания выросла на 70%. У нас работает 2200 человек. «Озон» уже 15 лет на рынке. И, конечно, сегодня наши приоритеты серьезно отличаются от прежних. Важной задачей была и остается инфраструктура логистики. Мы будем продолжать в нее инвестировать. Что касается мобильных технологий, мы очень рано начали вкладывать деньги в приложения для мобильных. Разумеется, Озон.ру поддерживает все основные платформы. Но вот что интересно. В России мобильные продажи все еще остаются очень небольшой частью e-коммерции. И хотя мы довольно быстро приняли меры, чтобы адаптироваться к использованию мобильных устройств, стремительного роста в этой сфере пока не произошло. Я думаю, причина в том, что интернет-связь в России все еще не слишком качественная, а для онлайн-шоппинга нужно хорошее соединение. По разным оценкам, e-коммерция растет на 20-30% в год. Мы считаем, это где-то 25%. Так что это один из самых быстро растущих рынков в России с огромным потенциалом. В России люди медленнее, чем в других странах, переходят на онлайн-покупки. Еще 5 лет назад у многих не было хорошего доступа в интернет. Это одна из причин. Переломным моментом стал, наверное, прошлый год, когда Россия стала самым большим интернет-рынком в Европе. Здесь больше пользователей, чем в Германии, Англии или Франции. И это только начало. Через 2-3 года все эти люди уже будут делать покупки в интернете. План Б на сайте rbk.ru.